кто подошел только что, я напомню, задумайтесь о специальной оценке условий труда. Вот об этом задумайтесь. Задумайтесь о процентах по больничному. Сейчас пенсионная. Вот, а задумайтесь, кого нужно поддерживать. Кого нужно поддерживать? Скажите, кого? Кого? Коммунистов кого? Любых! Любых! Каких хотите? Коммунистов, которые в Госдуме сидят. В данный момент уже поздно. Ну, те коммунисты выступают против же. Там 80% единороссов. И она вам никогда никаких выборов не даст. Там затискали, все. Вы можете ходить на выборы, можете не ходить, голосовать за кого угодно. Вам никогда в Украине социалистов Газеты я попытался раздать, сколько у меня было. К сожалению, я сочувствующий, а не мы придерживаемся пролетариата. Диктату, они нет. Они за народ. А бизнесмен не народ, а социальная справедливость. А мы за диктат рабочего класса. Чтоб он решал, как раньше были советы от заводов, а не территориально. Вот тогда будет порядок. Товарищи, время. Не надо обвиняться с КПРФ, когда его выдвигают олигарха в президент. Мы где нужно, объединяемся, а где не нужно, предатели, мы не объединяемся. У меня все, спасибо. Уважаемые...